То есть, когда люди употребляют наркотики, то получается в организме дофамин поднимается от 2 до 5 раз. Это тот гормон удовольствия и счастья. И длится он на протяжении примерно 9 минут. А после этого просто такое расслабленное состояние после вот этого пика. Когда мы... То дофамин у нас вырабатывается, ну, не так агрессивно, как после наркотиков, до 5 раз, но в 2-3 раза дофамин вырастает. И длится он не на протяжении 9 минут, а на протяжении 2 часов. Обливание либо купание в холодной воде длится на протяжении 2 часов, а потом уже состояние такой легкой эйфории. И вот на фоне этого дофамина, когда вот этот идет всплеск, у нас тоже идут нарастания, нарастают новые клеточки, которые очень-очень полезны для нас. Вот, поэтому вводим точно так же, вводим холод. Вот. И с сегодняшнего дня мы заходим на сухие дни, то есть завтра вы уже будете на сухие дни. То есть как это будет происходить? То есть четкая инструкция.